Друзья, всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом глазури, которую я всегда делаю для своих пасок. Продуктов мне нужно очень мало, а самое главное это то, что сюда в глазурь мне нужны яйца. Для глазури мне нужно сахар, желатин, вода и немножко сока из цитрусовых. Что я сначала делаю? Добавляю немножко воды в желатин и даю ему постоять, чтобы он набух. Хорошо, его сейчас размешаю. И пусть какое-то время, пока я буду сейчас заниматься сахаром, он набухнет. Сахар высыпаю в кастрюльку. Добавляю сюда оставшуюся воду. Сахар варить не нужно, а нам нужно только то, чтобы он растаял. Все, сахар у меня растворился, и я выключаю печку. Теперь сюда в сахар отправляю уже набухший желатин, и все хорошо буду смешивать. Теперь миксером мне нужно взбить эту массу, пока она не станет густой и белой. Это где-то будет, ну, минут 5-7. Все, девочки, масса у меня уже готова. Видите, какая она густая и хорошая получилась. Сейчас сюда я добавляю немножко апельсинового сока. Можно добавить также лимонный сок. И смешаю еще один раз, секунд 30. В глазурь я добавила апельсиновый сок, это для запаха. Также можно сюда добавить и лимонный. Если хотите изменить цвет глазури, то сюда можно добавить любой пищевой краситель. У меня нет пасхи, но у меня есть вот такой бисквит. Я пекла торт, и бисквит у меня остался. И на примере бисквита я сейчас продемонстрирую глазурь, какая у меня получилась. Вот так это выглядит. Вы сами видите, что глазурь очень густая, хорошая. Хорошо застывает, и когда она режется, она не сыпется. Все у меня готово. Как только вы приготовите глазурь, сразу ее наносите на пасхи. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.